В Карпатах на севере Румынии расположились крупнейшие леса в Европе. С каждым годом их площадь нещадно сокращается. Причина – нелегальная вырубка. По словам экоактивистов, виной тому коррумпированные власти. Иоанн Иуба раньше работал в лесозаготовительной компании, сейчас он лесник. Мужчина утверждает, что прямо здесь более гектара леса незаконно вырубили сотрудники местной полиции. Противостоять лесным браконьерам порой смертельно опасно. Экоактивисты уверены, 6 румынских лесников стали жертвами мафии лесорубов. Это жена одного из погибших. Она утверждает, что ее мужу неоднократно угрожали. По оценкам румынского Гринписа, ежегодно в стране незаконно добывают порядка 20 миллионов кубометров древесины. Согласно местному управлению лесными ресурсами, эта цифра в 400 раз меньше.